Привет вам, обладатели Яндекс.Станции. В этом небольшом видео я расскажу о новой функции в Яндекс.Станции. Но, а перед началом просмотра, подпишитесь на канал Денис Ивасенко. Жмите пальцы вверх. Для того, чтобы не пропустить новые видео по этой теме, нажмите на колокольчик. Наверняка вы знали о функции «Найти телефон». Для этого достаточно попросить Алису найти ваш телефон, и она позвонит на номер телефона, указанный в вашем аккаунте. Теперь можно звонить на номера мобильных операторов напрямую со станции, не используя мобильный телефон. Давайте покажу, как это сделать, какие условия и как проверить, поддерживает ли эту функцию ваша Яндекс.Станция. Зайдите в приложение «Умный дом Яндекс». Выберите вашу Яндекс.Станцию. Найдите пункт «Звонки с колонки как с телефона». В открывшемся окне можно ознакомиться с условиями и принять их. Давайте почитаем условия. Нажимайте на паузу и внимательно читайте. Лицензионные соглашения об использовании программ Яндекса. Условия использования навыка «Звонки» для Яндекс.Станции абонентами ПАО МТС. Условия использования навыка «Звонки» для Яндекс.Станции абонентами ПАО МТС. Выражая свое согласие с условиями использования навыка «Звонки», вы направляете ООО «Яндекс» заявку, как это определено ниже, на использование навыка, как это определено ниже, на ниже указанных условиях. Ну вот и прочитали. Теперь давайте посмотрим, на каких Яндекс.Станциях можно звонить как с телефона. Я проверил на Яндекс.Станции Lite, Яндекс.Станции Большой первого поколения и Яндекс.Станции Max. Напишите в комментариях, какая Яндекс.Станция у вас и доступна ли вам эта функция. Если вы уже ей пользуетесь, напишите в комментариях, нравится ли вам эта функция. Какое качество связи? И напишите свои пожелания и предложения. Раньше, чтобы позвонить, нужно было телефон искать. А теперь просто скажи, и Яндекс.Станция все сделает за нас. Йоу, Яндекс.Станция, фича новая. Звонок на мобилу прямо из дома. О-о-о-о.